Две диктатуры перенимают друг у друга новый опыт репрессий. Преследуют оппозицию, стимулируют эмиграцию, кругом изменники Родины, кругом шпионы, диверсанты и проклятые империалисты. Адвокаты в России, и мы видим это практически каждый день, лишаются работы, лишаются лицензий из-за участия в политических процессах. Но в Беларуси это началось раньше. Людмила Казак, адвокат, теперь бывший адвокат, с 20-летним стажем, один из самых известных и уважаемых адвокатов Беларуси. Она адвокат Марии Колесниковой, и мне не хочется говорить бывший адвокат. Бывших защитников не бывает. Защитник Людмила Казак. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Людмила, как вы сейчас живете? У вас трое детей, у вас семья. Вы не можете устроиться ни в нотариат, ни в госорганы. Как дальше? Что дальше? Вы видите, как моя биография стала известна широкому кругу лиц. Ну, на самом деле, я, конечно, без дела не сижу. Я пока еще не трудоустроилась по специальности, но это только лишь потому, что я не тороплюсь. Я себя ощущаю как будто в таком творческом отпуске, поскольку у адвокатов, в принципе, таких полноценных отпусков никогда и не получается. На самом деле у меня очень много, в том числе и касающихся Марии, как вы говорите, бывших адвокатов не бывает. На сегодня я оказываю помощь как гражданин. Я пытаюсь помочь решить проблему Марии с перепиской, которая еще при мне имела место, и я начинала эту всю кампанию обжалования, еще будучи адвокатом. Действия тех лиц, которые лишают ее права на переписку. Вопрос этот остро стоит до сих пор. Я теперь уже как гражданин затеяла кампанию в надежде разрешить эту проблему. Ну, кроме того, мои эти вопросы обжалования незаконного, по моему мнению, решения Министерства юстиции, которым я лишена права на осуществление адвокатской деятельности, потому что прекратили мою деятельность именно по дискредитирующим обстоятельствам, и это как раз-таки влияет на возможности трудоустройства там в каких-то государственных органах, если захотеть вдруг в нотариате в том же самом. То есть, ну, ограничения действуют по многим, скажем так, направлениям юридической профессии. Но я допомню эти самые дискредитирующие обстоятельства. 24 сентября прошлого года Людмила Казак была просто похищена на улице Минска. Неизвестные люди в обычной одежде посадили ее в машину и куда-то увезли. Ее искали коллеги, ее искал муж. Подъезжали в РУВД, где говорили: нет, никакого адвоката у нас нет. Что это было? Зачем вас похищали? А до этого вашу подзащитную, Марию Колесникову, что это было? Ну, сложно сказать, что это было. Конечно, в любом случае, это был акт запугивания меня, прежде всего, как адвоката Марии Колесниковой. Я думаю, что в том числе это было сделано для того, чтобы иметь доступ к моим материалам, составляющим адвокатскую тайну, скорее всего, к моему телефону, изолировав меня там в помещении для задержанных и длительное время содержа меня в изоляции. Я думаю, что все мои гаджеты, имевшиеся при мне, все мои бумаги были, естественно, просмотрены. Привет. Все, не переживает моя сестра. Все переживали за меня, потому что, ну, просто так какой-то, это просто не укладывается вообще не то чтобы в правовое поле, это вообще в нормальное какое-то
ну, представление о безопасности, о том, что ты можешь выйти вот так вот по улице, пройти безопасно. И мне теперь нужно с собой что, электрошокер брать или что? Когда ко мне подкатывают вот такие вот автомобили неопознанные, выскакивают какие-то неопознанные субъекты из них в масках полностью. Каким образом мне от них нужно защищаться? Никаких противоправных действий я не совершала, никаких массовых мероприятий, о которых там речь шла. Тем более, поэтому это просто произвольное задержание. Так вот, как любого из нас могут схватить на улице, загрузить неизвестный автомобиль, вывезти неизвестно куда. Слава богу, не били, вот, еще и угостили. Вот. Будем засушивать, сушить сухари, как говорится, на всякий случай. Вот. Ну и, скорее всего, это могла бы быть даже и на некотором роде, может быть, и месть со стороны правоохранительных органов за вот такое опубличивание того, что произошло именно с Марией. Чем мы можем помочь Марии, чем мы можем помочь вашему делу и добиться каким-то образом разрешения все-таки переписки, например, с Марией? Жители России, жители Европы, жители Америки, жители Австралии, Африки, не знаю, Новой Зеландии. Чем мы всем можем помочь? Мы можем массово писать письма, или это бесполезно, или продолжать выходить на пикеты, на митинги, писать, не знаю, обращение в ООН. Чем мы можем помочь? Ну, прежде всего, вот Мария всегда говорила о том, что самая главная помощь – это то, чтобы ее вопрос не снимался с повестки дня, то есть чтобы он всегда привлекал к себе внимание. Поэтому надо продолжать держать эту повестку дня актуальной, прежде всего. Как она себя чувствует? Что мы сейчас знаем о Марии? Как она? Мария полна энтузиазма, полна веры в победу. Она однозначно не может и не будет сломлена ничем. Ну, а что касается ее здоровья, с ней все в порядке. К ней довольно хорошее отношение со стороны администрации следственного изолятора. Разрешается практически все, кроме вопроса с перепиской зависшего. К ней, вот, насколько я знаю, в последнее время практически вообще не доходит корреспонденция. И если раньше, когда она содержалась еще в следственном изоляторе Жодина, к ней приходили письма и из Германии, и из Австралии, и из Америки. Действительно, письма приходили реальные, вот ей передавали. Мария вообще была просто счастлива, что к ней приходит вот эта корреспонденция. Потом постепенно этот уровень переписки все снижался, и вот теперь он заглох полностью. Как вы думаете, когда начнется суд? Ну, сложно сказать. Мы все в ожидании, особенно было же сделано предыдущим руководителем нашего следственного комитета месяц назад заявление о том, что они уже находятся там в конце пути, что у них уже собраны все доказательства, они готовы заканчивать дело, а ВОЗ и ныне там. То есть, насколько мне известно, вот у Марии истекает срок содержания под стражей 8 мая. Ну, и я так предполагаю, что, скорее всего, будет очередное продление срока содержания под стражей и, соответственно, срока расследования по уголовному делу. Насколько, нам остается только наблюдать. А кто сейчас защищает Марию Колесникову? Она не осталась без защиты? Нет, ни в коем случае. Конечно, она не осталась без защиты. И в настоящее время у Марии несколько адвокатов. Думаю, что, наверное, в нашем диалоге не стоит называть фамилии, потому что если нужно будет, то, конечно, всегда можно связаться с защитниками. Я искренне надеюсь, что с ними будет все в порядке, что они не лишатся лицензии и с ними не будет других неприятностей, поскольку у Марии 4 предыдущих адвоката, а я 4, номер 4. Конечно, как видите, столкнулись вот с разного рода препятствиями. Ну, я, честно говоря, вот всегда думаю, конечно, вот в Российской Федерации вы начали с того, что тоже там у вас есть какие-то сложности с адвокатами. Мы, наверное, меньше следим, меньше знаем во всех этих историях. Но мне кажется, даже в России таких случаев, видимо, еще не было. Нет, в России насмотрелись на то, что
делает Лукашенко с адвокатами, и пошли в конце апреля, вот пошли прямо сейчас, ровно по этому пути, один к одному. Да. Вы проложили дорогу. Мне неизвестно об этом на самом деле, может быть, стоит как-то более подробно поинтересоваться. Иван Павлов, команда 29, вот они стали первыми ласточками. Раньше считала, что как бы Россия нам подает пример, да, и делится опытом. А тут получается, да, на белорусском опыте российские службы тоже много чего для себя нужного подчеркнули. Вас поддержали ваши коллеги. Я видела, что на процесс, где рассматривалось, собственно, лишение вас лицензии, пришло около 50 белорусских адвокатов. Это довольно серьезное, в общем, как мне кажется, поддержка, потому что, ну, уже все понятно, чем люди рискуют. Чем люди рискуют, поддерживая, так сказать, политического нежелательного человека. Но что дальше? Что они боятся? Можно как-то продолжать биться за лицензию? Люди хотят ли дальше продолжать поддерживать именно политических заключенных? Не страшно ли вообще сейчас в Беларуси быть адвокатом? Ну, понимаете, на самом деле вот... Ситуация как выглядит? Вот это такой, по-простому говоря, наезд на адвокатуру, да, то есть понимали, что на месте меня фактически может оказаться каждый адвокат, и теперь ты не застрахован ни от чего. Даже наш председатель вот Белорусской республиканской коллегии адвокатов открыто высказывался о том, что эти действия в отношении адвокатов, мягко говоря, недопустимы, незаконны. Коллеги, конечно, пришли меня поддерживать, и как вот в СМИ называют, это был самый дорогой административный процесс, потому что одновременно в зале там присутствовало около 50 адвокатов, и плюс у меня еще было два адвоката, плюс я адвокат. Ну, в общем, так в шутку называют, что это самый дорогой процесс тех времен. Конечно, коллеги, помимо того, что открыто поддерживали меня вот в такой форме, естественно, и, значит, создали и подписали петицию, да, в мою поддержку. И что мы видим теперь? Тех адвокатов, которые подписали эту петицию, начинают вот по чуть-чуть, по одному, по два человека вот так вот выдергивать. Сейчас на аттестации, на внеочередные аттестации, на очередные аттестации. И уже несколько из адвокатов, которые подписали петицию в отношении меня, они уже тоже потеряли право заниматься адвокатской деятельностью. Причем об этом совершенно прямо говорится на заседании вот этой квалификационной комиссии, где вот абсолютно не стесняюсь, обсуждают вопрос крамольности подписания таких петиций и все в таком духе. То есть фактически адвокаты, естественно, поняли, что... Даже по такому поводу можно предъявлять им претензии и потом иметь большие неприятности. Ну и, конечно, я так думаю, что большая часть адвокатов сейчас подавлена в плане того, что они понимают, что они возвращаются к прошлому, просто к молчанию. И если там кто-то хочет сказать больше, чем нужно, чем можно, то это закончится для него печально. Но это удивительно, потому что любой власти нужны врачи и адвокаты. Вне зависимости от того, во что ты веришь, за что ты борешься, любому человеку нужен врач и адвокат. И бороться с врачами и адвокатами – это, в общем, бороться против себя в любом случае. Скажите, Людмила, как ваша семья восприняла то, что происходит с вами? Сказалось вообще на семье? Ну, безусловно, моя семья, во-первых, меня поддерживает, во-вторых, очень переживает
В-третьих, пока я еще как кормилец не нашла себя, естественно, претерпевает определенные материальные трудности, но это на самом деле пока не самое важное во всей этой истории. Вот. Но они, конечно, искренне надеются, что все образуется, что мама опять будет адвокатом, хотя я, в общем, ну, на самом деле говорю своей семье правду, что это, наверное, практически в настоящее время невозможно. Вот. Ну, что-то будем делать дальше, посмотрим. Но то, что семья меня поддерживает, это тоже очень важно. А вы не думаете уехать? Пока нет. Пока нет. И я надеюсь, что не будет мне создано таких обстоятельств, при которых я буду вынуждена уехать. Это удивительно, как адвокаты бывают похожи со своими лучшими подопечными. И Колесникова не хотела уезжать. А вы не замечаете, что за вами сейчас следят, читают, ходят? Или вот лишили всего, и все, она больше не опасна? Нет, на самом деле я не могу сказать, я даже, если честно, и не присматриваюсь к тому, там ходит кто-то за мной или следят, но понятное дело, что прослушивается телефон. Одна из новых форм контроля за нами – это, вот как ни странно, пристальное внимание налоговой инспекции. То есть вот ни с того, ни с сего вдруг большая часть адвокатов, лишившихся лицензии, получили письма о том, что нужно, значит, представить декларации о доходах. То есть есть такой у нас закон, когда по требованию, когда тебе не обязательно представлять, вот они могут потребовать ни с того, ни с сего вдруг предоставить эту декларацию. Ну и вот адвокаты сейчас подвергаются их, скажем так, материальное положение такому пристальному исследованию. Вот это такой один из последних ноу-хау, как говорится, да. Ну а вот Силья Битрублёва — это как раз уже российский метод. Так, а, что да. Это вот... Ну, понимаете, это тоже что-то новенькое у нас, потому что, ну, как бы раньше этого не было. Но, в принципе, у нас, конечно, последняя такая массовая репрессия против адвокатов, она была после выборов 2010 года, когда, да, тоже часть адвокатов, которые защищали вот этих по политическим делам фигурантов, значит, в те годы они лишились лицензии. Но все равно это не было такого массового характера, не носило. Но я так думаю, что, конечно, фантазия здесь безгранична, и можно придумывать еще что-то. Если человеку нужно испортить жизнь, то у наших органов таких методов предостаточно. Людмила, а ваши дети не говорят вам: мама, когда я вырасту, я стану адвокатом? Нет, мои дети, к счастью, этой профессией не вдохновляются. Ну, это их выбор, конечно. Мой выбор как-то вот изначально, в принципе, был такой определенный. То есть я с самого начала стала адвокатом, ничуть не жалею. Ну, у вас красный диплом, у вас вообще такой путь, в общем, ну, да, славный, да, есть, славный. Ну, у нас когда-то, да, в те времена, когда еще шел отбор, и очень тщательный вообще на предмет того, кого взять в коллегию адвокатов, кто может носить такое гордое звание. Это, конечно, красный диплом, это было прям вот пункт номер один. Ну, а потом уже там личные качества и так далее. Ну, в общем, проработав более 20 лет в адвокатуре, ну, я вообще ни о чем не жалею. Ни о выборе профессии, ни о том, что я, в общем, наработала за все это время. Ну, и надеюсь, что, может быть, еще так сложится, что я, возможно, и вернусь в профессию. Кто его знает. Кстати, да, я вот уже пользуюсь тем, что разговариваю с гражданами России, да, я хочу сказать, что, между прочим, российские коллеги, да, адвокаты, когда со мной произошла вот эта история, и поскольку все были в курсе, что эта история искусственная, раздутая, и что меня необоснованно лишили лицензии, российские адвокаты, они были практически там в числе первых, кто создал там такое очень содержательное, очень такое классное обращение в мою защиту, и они направляли и в Минюст, и публиковалось это обращение в средствах массовой информации, поэтому я им очень благодарна на самом деле. Поэтому наша, как говорится, поддержка — это наше все, то есть нам нужно поддерживать друг друга, и это очень помогает.
Так и будет. Рано или поздно добро победит зло. Это да, это Мария высказывание. Она всегда повторяет эту фразу. И если вот так вот ее повторять самому неоднократно, то ты начинаешь верить в это, и так действительно будет. Удачи нам всем. Спасибо. Спасибо, Людмила. Да, спасибо большое. До свидания.